Если не хочешь встретиться с монстрами из этой песни, подпишись на этот канал за 10 секунд. 3, 2, 1. Время вышло. Как-то мы поехали в поход, у костра собрался весь народ. Пьем чаек из чашки, рассказываем сказки, но на нас вдруг кто-то нападет. Он костер мгновенно затушил, одного из нас он утащил. А мы все разбежались, на дерево забрались, а призрак как раз мимо проходил. Во все палатки там заглянул, в кустах посмотрел, рюкзаки расстегнул. Куда же все делись, но тут на него упал прям с карман телефон. Пропитана их коварством. Детский сад пробрались однажды, все парней связали отважно, а потом в подвале закрыли, ну а сами там затусили. Открыли свой салон, делают причесон, глазки и ноготки, все у них мастерски. Магазин с одеждой, все бегут с надеждою подобрать себе наряд, круто выглядеть хотят. В это время мальчишки пытались бежать, дверь толстенную Джамбо намерен сломать. Выбивает ее, и все вместе бегут, выбрались наверх, а там их уже ждут. Девочки бан-бан разозлились, волосы мальчишкам вцепились, кто когтями, кто каблуками, угрожают даже зубами. И бан-бан придумал идею, договор вручил этим феям. Детский сад разделим, давайте пополам, и там вы играйте. Парикмахеров и стилистов, ну а мы тут специалисты, будем заниматься делами, мир спасать от зла и цунами. Розовую увидел, он схватил ее и похитил, потащил ее по дороге, но увидел вдруг ее ноги синие и бежит разбираться. Красный стал под землю спускаться, синий разогнался и прыгнул, только нос об землю чирикнул. Красный пришел домой, розовую на стул встал к ней своей спиной, синий рукой взмахнул, роет землю лапами, с потолка уж капает, он пробил кусок земли, красному теперь кранты. Розовую схватил и давай его копать, ну а красный очухался, начал бежать, он за ними, но вдруг очутился в метро, ну а синего уж дальше унесло. Красный за вагоном погнался, прыгнул на него, удержался. Розовая его слышат, красный заглянул к ним в окошко, форточку пролезла ладошка, только их схватить захотела, красному тотчас прилетела. Поезду прям очень щекотно стало, и он тут же охотно почесал, почесывая об стену, красному ищите замену. Мистер, я не в магазине жить.
догонять, ведь они бегут прямо к маме, и вот она одна
его схватила и в рот кладет. Но последний бежит, что из сил. Поезд он скорее проскочил, а там на полу стоит предмет. Музыку играет тет-а-тет. А потом открылся монстр, появился. Дверь закрылась и погас весь свет. Ну а Бокси пусть ворота открыл. Игрока он тотчас проглотил. И обратно в ящик с музыкой звенящей он молниеносно заскочил. Бан-бан приехал в наш город, заняты места будут скоро. Очередь в билетную кассу, монстры в цирк хотят все и сразу. Дождались, идет представление, на арене много веселья. Там такой бан-бан выступает, на батуте круто взлетает. Джамбо жонглёр он стал, кегли он мир бросал. Джамбо им жонглирует, Сайрон фантазирует, что он будет так летать и под куполом блистать. Чучу Чарльз выходит с огнем поиграть, фаер-шоу устроил и начал дышать. Он как огненный самый опасный дракон, и горящих обручей наделал он. Через них летает там птица, только на душе тому случится. Подошла крыло и упала. Пожар на арене, все вокруг сидят в белой пене. Представление просто бомба, получилось классное комбо. К зеленому приехала сестра и красотой всех своей маня. Свои большие сумки кинула им в руки, побежала в дом на каблах семи. На красотку капает из синего рта. Она недовольна и влупила сполна. И синий летит, но ему все равно. Пробил головой свое окно. Зеленый его вытащил скорей. Из комнаты погнал его в зашей. Но только он вцепился в косяк, руками впился. Зеленого он выгнал без вещи. А сам пошел красотки чай на. Она же его стала колотить. Опять слюна упала и в чай ее попала. На губы пластырь стоит налепить. Уэнсдей в Дорс однажды играла и ее в игру засосала. Оказалось, посреди спальни выглядит вокруг все реально. Вышла в дверь и пошла. Только дверь не открыть, ключ нужно раздобыть. Быстро его нашла и дальше в дверь вошла. Но мигает лампочка, Уэнсдей мимо шкафчика пробегала и в него прыгнула, вот мастерство. А снаружи уже расшарит и летит, и выключает весь свет у себя на пути. Пролетел, ну и Уэнсдей уж дальше идет. Слышит, кто-то ее в темноте зовет. Это Скрич куснул ее знатно, и она бежит безвозвратно. Видит свет и в дверь ту ныряет, и картины там расставляет. Длинный коридор видит дальше, появился там величайший. Всех и очень быстро подирался вслед за ухом.
очень скоро, и она от своего ора за ноутбуком сразу проснулась и опять в игру ту утром.